Когда влажный корм, скажи, это вообще так круто. Вторую миску съедает. Ой, паразит, паразит. Снял, короче, он попону. Он уходит. Вот у нас здесь есть такая двойная стена, то есть он между срубом и вот этой вот, грубо говоря, фальш-стеной, то есть он уходит туда. Там где-то он оставил свою вот попону. Конечно, плохо, что он ее снимает, но я не знаю, то есть мне сейчас либо в клетку его сажать, либо там он вообще может запутаться, где-нибудь застрять. Поэтому пока вот так я ему обрабатываю. На корм он выходит нормально, то есть кушает здесь, все выходит туда. Ну, там плюс тепло, там батареи за стеной. Ну и понятно то, что он новенький, он же боится всего. Это эти он уже тут все привыкшие. Кто где? Ой, блин, кто где, ё-моё. Везде. Как же, мама, мы вообще везде. И под ванной, скажи. Скажи, мама, мы везде ходим.